Граждане и гражданки, стримеры и зрители, бобры, коты и упыри, поздравляю вас с коронным окончанием 2020 года и с наступающим 2021 годом. Желаю вам, чтобы Новый год поддержал ваш канал на сумму, а не важно на какую сумму, главное, что он сообщает, счастье, крепкого здоровья, побольше замечательных моментов и меньше аварийных выходов или чрезвычайных происшествий. Давайте поднимем щиты и бокалы и скажем этой ковидной заразию. Шал. Нот. Пас в 2021 год. Всем попеки и good game, good emotions. Привет, good game. Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в новом году сайт поменьше падал. Привет, good game. С Новым годом! 20-й выдался коротким. Январь, февраль, карантин, декабрь. Желаю, чтобы в 21-м у тебя случилось все, что не случилось в 20-м. Good gamers, желаю тебе, чтобы в новом году ты меньше работал и больше гладил. Пыва! С Новым годом! Всем огромный привет! Я Игорь Аинка, хотим поздравить вас с Новым годом. Прежде всего, хотим пожелать вам крепкого здоровья. Обязательно берегите себя и берегите своих близких. Гудгейму мы желаем продолжать меняться к лучшему. Пусть аудитория только растет. И пусть в новом году интересных конкурсов и турниров будет еще больше. Стримерам хотим пожелать как можно больше креативных и интересных идей. И пусть возможность их реализовать будет всегда. Ну и чатик пусть радует, и упырей будет немножечко меньше. А зрителям хотим пожелать как можно больше свободного времени для того, чтобы это время провести с любимыми стримерами. Всем пикачушкам огромный привет, я вас очень сильно люблю, и с Новым годом! Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим 2021 годом, желаю, чтобы следующий год подарил вам множество ивентов по любимым игровым дисциплинам, в том числе лан-ивентов, чтобы никакой ковид не помешал их проведению. Потому что что может быть прекраснее, болеть за любимых игроков, любимые команды и играть, чувствуя эту бесценную атмосферу. Для этого понадобится в первую очередь здоровье, поэтому желаю вам крепкого здоровья и финансового благополучия, чтобы худой кошелек не стеснял наши желания и возможности. С любовью, Трепс.ру. Здравствуйте, друзья! Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Желаю вам всем становиться только лучше, крепкого здоровья, удачи и больше улыбок, наполненных искренним счастьем и радостью. Увидимся на трансляциях. В час, когда зажигаются свечи, в каждом доме и в каждом окне, это пришел праздничный вечер. Пусть на улице вьюга и ветер, но даже они... И звон часов в праздничный вечер. С Новым годом всех! Пусть Новый год много несет счастливых и добрых встреч. Пусть невзгоды, словно лед, растают в огоньках свеч. Хоу! Всех с Новым годом! Желаю зрителям смотреть, а стримерам стримить. Привет, Good Game! Поздравляю всех вас с Новым годом. И пусть грядущий год для всех вас будет намного лучше, чем этот. Что, в принципе, не так уж и сложно. Вы классные. Оставайтесь такими же классными. Пусть каждому из вас в Новом году обязательно случится что-то хорошее, что-то неожиданное и приятное, что вас порадует до самой глубины души. Улыбайтесь, любите, творите, делайте приятные, добрые дела своим близким и для себя любимого, конечно. Ну и, в общем-то, вот. Все. С Новым годом! Йей! Всем привет! Всех с наступающим 21-м годом! Врываемся в третье десятилетие 21 века не в простых обстоятельствах. Поэтому хотел бы я пожелать, конечно же, всем плодотворной работы в новом году и зрителям, и стримерам, и Гудгейму. Вот. Ну и, конечно же, поменьше болеть. Прорвемся, я думаю, в общем, ребят.
увидимся с вами в 2021 году. Так, привет Кудгейму. Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом, наступающим Рождеством из Германии. И желаем всем, чтобы как ужасный 2020 год закончился уже побыстрее, чтобы 2021 год был только лучше, ни в коем случае не хуже и не так же. Всем здоровья, всем счастья, любви побольше, и чтобы успехов всем, и чтобы все получалось, и в 2021 год у всех был самый лучший год. Да, привет, пацаны, всем водорода! Это я, Соколик, моя Оля любимая. Желаю, ну, подсоединяюсь к Оле, чтобы 2021 год был намного лучше, чем 2020, хотя 2020 тоже был не только прям ужаснейшим, но там были хорошие случаи, скажем так. Миша поиграл в Готику, Миша пробрил КХЛ на Верховном суде, то есть это вообще... И чего показал прошлый год, то что наша комьюнити на Good Game вообще хорошие пацаны, и видно, все там очень умные, все молодцы, и вот всем я вам желаю максимального счастья, любви, чтобы все у вас бывалось, вы молодцы, продолжаем дальше жить, радоваться, следующий год будет лучше, надеюсь. Вот. Он должен быть лучше. Да. И еще до скорых встреч. Давайте, пока. Пока. Доброго времени суток, мои дорогие гудгеймовцы, гудгеймовки и гудгеймята маленькие. Хочу сказать, что 2020 год был, конечно, прекрасным. Несмотря на пандемию, Black Lives Matter, мятеж Беларуси, Ефремова, правую руку Дзюбы, Карабахский конфликт, левую руку Дзюбы, мой развод, отравление Навального, закрыли Дом-2. И это перевесило все остальные проблемы. Я надеюсь, вы счастливы точно так же, как и я. Ну а в 2021 году я вам желаю в первую очередь здоровья в организме, благополучия в дома и, естественно, смотреть мои трансляции. Потому что мои трансляции восстанавливают кислотно-щелочной баланс, понижают уровень холестерина и формируют антитела. С Новым годом вас! Привет всем! С вами Нефанда Кэтсвиль, друид суммонер 5 уровня. В новом году быка я хочу вам пожелать выбрать какую-то добрую, всеобъемлющую цель и идти к ней упорно и долго, достичь ее и сделать этот мир чуточку красивее, добрее и приятнее. Я хочу вам пожелать, чтобы рядом с вами на этом пути были близкие люди, на которых бы вы всегда могли опереться. Хочу пожелать вашим семьям здоровья, чтобы никакие катаклизмы, никакие пандемии не помешали вашему счастью. Побольше котиков в семье и собачек. Любите. Котики есть уже. Аппрув. Ну, у нас, да, много котиков, всех не уместишь в этот экран. Вот. И побольше улыбайтесь. Пока-пока. Привет, друзья. Не получится с первого дубля. Поздравляю вас с Новым годом, с наступившим или с наступающим, не знаю, когда вы смотрите эту запись. Я не знаю, что нас ждет в 2021 году, и после 2020 надеяться на лучшее как-то не хочется, но я уверен в одном, что Good Game будет жить. И вы сможете каждый день заходить на сайт, в отличную уютную компанию, проводить весело время. И надеюсь, мы будем оставаться вашим оплотом уюта и адекватности. Спасибо за все. Всем, кто работает на сайте, рисует, кодит, пишет новости, банит, комментит, стримит, проводит турниры. Столько замечательных людей у нас на ГГ, и я вам очень благодарен. С Новым годом!